Здравствуйте! Сегодня я вам расскажу притчу Леонардо да Винчи «Горностай». Однажды, когда лисица была занята трапезой, мимо пробегал горностай в своем великолепном одеянии. «Хочешь отведать, приятель, не стесняйся», — предложила ему насытившаяся и подобревшая лисица. «Благодарю покорно», — с достоинством ответил горностай, — «но я уже пообедал». Засмеялась та. «Скромнее вас, горностаев, не сыскать животных на земле. Какие вы чистюли! Просто диву даешься. Едите раз в день и предпочитаете голодать, лишь бы не замарать свою шубку». Вдруг, откуда ни возьмись, появились охотники. Рыжая молниеносно скрылась, только ее и видели, а горностай стремглав помчался к своему укрытию. Но полуденное солнце успело растопить снег, и норка горностая, еще утром такая опрятная и ухоженная, заплыла грязью. Белоснежный зверек несколько замешкался, стараясь не запачкать шубку, и вот тут-то охотники сразили его на повал. Умеренность служит надежной защитой от пороков. Горный горностай предпочитает скорее погибнуть, нежели запятнать грязью свою чистоту.